перерабатывают пакеты. Да, и у нас получается пакет с переработанными пакетами в пакетах с пакетами. Чистое настоящее – залог светлого будущего. Под таким девизом в выходные прошел экологический фестиваль под тематическим названием «Экофест в Медвежьих озерах» на площади возле Дома культуры. Партнером мероприятия выступил региональный оператор по утилизации мусора «Хартия». Главной целью «Экофеста» стало в очередной раз продемонстрировать гражданам, как важно каждому человеку, вне зависимости от возраста, заботиться об окружающей среде, экологии и своей планете. На фестивале собрались студенты и школьники округа, общественные активисты и члены общественных экообъединений. Курирую проект «Пластик в обмен на жизнь». В рамках этого проекта мы проводим обучение с детьми, со взрослыми, прививаем им экокультуру, культуру сбора вторсырья, пластика, макулатуру. И самое главное, что в рамках этого проекта все деньги, которые идут с переработки, идут на лечение детей. Для удобства площадка фестиваля «Экофест» была разбита сразу на несколько тематических зон. Это эко-лектория, эко-ярмарка, всевозможные интересные интерактивные занятия, а также специальная локация по обмену вещами. Всех пришедших на мероприятие гостей ждали познавательные лекции, мастер-классы, посвященные теме экологии. Помимо прочего, на фестивале работал эко-маркет, где можно было приобрести товары из экологически чистых материалов. Также в рамках экофестиваля для всех желающих был организован так называемый плоггинг. Это спортивный забег на определенную дистанцию, совмещенный со сбором мусора. Все участники по итогу соревнований были награждены грамотами и небольшими подарками. Мария Буржинская, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.